Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами капитан Ваня, а также подписчик моего канала Толик Мор, а также коллега Кельмус 29. Передавайте привет подписчикам. И сегодня мы покатаемся на троллейбусе типа ЗИЛ-682Г00 на карте ВМ-Сити 25 по 4-му троллейбусному маршруту с автоинформацией. Ну а перед тем, как мы поедем, я хочу подписаться на канал, ставить лайк, писать комментарии и ставить лайк, чтобы всегда быть в курсе всех событий моего канала Капитана Вани. Приятного просмотра! Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив первого троллейбусного парка. Троллейбус следует по маршруту 4. До конечной остановки Озерный переулок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Свободы, дом 6. Еще просто на этой карте не играл, не знаю, где депо. Нормально, нормально там. Едем по 4-му маршруту, смотря не на все. Минус. На плюс это сбрасывает информатор. Виталий, когда обратно будешь ехать, уже будет 9-й номер на этом выбирать. Да, я могу другой маршрут возьму. Ну или так. Остановка, правобережная улица. Запускать. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Гостиничный проезд. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Остановка – гостиничный проезд. Я не нажимаю.
жить, вторая барковая, уехать, думаешь. Нормально, я сегодня в гаражах ходил. Нормальные грачки. Сцепление, сцепление сбросил, главное, я не врезался. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Запредельная улица. Запредельная улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – аэропорт. Уважаемые пассажиры, во избежание получения травм просим вас держаться за поручни. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Удали ты спам его. Давай я еще кружок покажусь, только на чем до другого, А суть я думал. Покатайся. Тут еще интересного есть. Покатайся на шестерке в аэропорт, там объезд ремонтных каких-то. Че бы этот забивать в информатор? Это шестерка, у тебя будет 11-й. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – вторая аэродромная улица. Остановка – вторая аэродромная улица. Если что, это я занял. Потерял.
ноги. Дальше у него так зайти нельзя? Так можно... А, можно зайти? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Свободы, дом 12. Уважаемые пассажиры, будьте почему взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Да, там стрелка под током была. Так, требование безмодное, нужно что-то делать. Это жопа. Как целую модельку сконвертить? Никак. Бля, хочу ее. Можешь поговорить с разработчиками. Остановка, проспект Свободы, дом 12. Ну что, ребят, вот такой вот кольцевой маршрут у нас получился. Ну что, ребят, на сегодня все. Всем пока, с вами был капитан Ваня, а также подписчики моего канала Мор, а также коллега Кельмус29. Всем пока!